Место встречи – лесной участок у деревни Старая Уда. Здесь собрались сотрудники Росприроднадзора, Саранского территориального лесничества, Минлесхоза и те, кто захотел помочь природе. Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится ежегодно уже 8 лет подряд. Данное мероприятие проводится для того, чтобы обратить внимание на наши леса, на сохранение их и приумножение. Сегодня вот мы проводим уход за лесными культурами на площади 1 гектар. Среди зарослей сухоцвета и валежника еле проглядывают ярко-зеленые сеянцы сосны. Они были посажены прошлой осенью, а теперь требуют ухода. Вот смотрите, вот трава, вот трава. Мы должны эту траву все вырубить, положить и освободить сеянец, вот, который у нас живой, красивый и очень хорошо прижился. Буквально 10 минут, и уже 1/5 всей площади расчищена. Работали быстро и аккуратно, чтобы не задеть саженцы. Погода была хорошая, да и настроение тоже. Каждый из участников понимал всю важность своей работы. Ежегодно в мире вырубается 1 000 000 гектаров леса. Если не восстанавливать лес, то легкие нашей планеты могут перестать дышать. Поэтому сотрудники нашей компании решили присоединиться к акции «Сохраним лес» и внести непосредственный вклад своими руками в восстановление леса в нашем родном крае, в Республике Мордовия. Работы по расчистке необходимо проводить 2 раза в год, чтобы саженцы не погибли в зарослях сорняков. Восстанавливать лес непросто. Работать нужно слаженно и регулярно навещать места высадки. Только так получится сохранить и приумножить зеленое богатство Мордовии и всей страны. Юлия Емельянова, Владимир Надькин, Народные новости, Лямберский район.